Звенигород принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На конкурс будет представлена общественная территория под названием «Уездный город», которую жители выбрали в ходе сбора предложений голосования в период с 21 февраля по 10 марта. С 13 по 27 марта проходит прием предложений по мероприятиям и функциям выбранной общественной территории.